здрасте, всем привет, привет, вы на канале Пиратская Жизнь, привет всем выжившим после 31-го. Вообще у нас есть люди-то, я не знаю, вот мы записываем ролики, а может быть 31-го, точнее, когда выйдет ролик, может вообще никто смотреть-то не будет. Люди, вы существуете. Всем привет. В общем, у нас практически после новогодней, видите, у нас обед, вот у нас здесь маффин доедаем, у нас селедочка, фруктики и пельмешки. Прошлого года. Прошлогодние. У нас все прошлогодние. Да. Даже, может быть, это прошлого дня, да? И у вас тоже. И у вас тоже по тому же месту. Ах, так! Вчера, короче, это полночи ролики смотрели. Приколы в этом, в Инстаграме. О. Так затягивает вообще. Ужас просто. Сидишь, смотришь. Так, бульончик немножко присолила. Сори. Влюблена в тебя. Ну ладно, так вот. Хотя вроде немного солил, да. Ну, вроде немного бульон. Может, слить его? Накосячил? Да? Не, буду солью. Буду солью бульон. Давайте я суши солью. Давай. Мы сольем вот таким способом. Вот так просто съесть. Давайте слить бульон, давайте. Как яйца, блин, да. Варила. Да. Ой, я немного положила. Ну, блин, конечно, не... сколько? Немного? Ложку, что ли, блин, целую? Ну, практически. Итого у нас пельмени без бульона. Смотрите. Видишь, как я тебя люблю. Угу. Я задумалась. Я не знаю, куда разрываться, девочки. То ли холодец варить, то ли пельмени. Ладно. И так-то бульон нормально будет. Холодец варится и варится. Что-нибудь. Так вкусно. Дай кетчупа. Хочешь майонеза? Я всего лишь слила бульон. Что ты пендуешься? Как заставить мужа есть пельмени без бульона? Пересолить его. Видите, уже начала косячить. Уже начала. Бывает. А мне не страшно. Ну, пересолил. Что, у меня теперь убить, что ли? Я даже облизывать не буду. Иди в жопу, уберись. Все. Руки, видишь, я вот ем. Вот, видишь? Чай тебе. Мешку засуну. Здесь бульон нормально. Я варил то, знаешь, что сегодня. Соль добавлю просто. Ешь салатик. Недоеденный вчера. Кажется, мы не так много едим. Про половину не доели. Брали. Аж невозможно столько есть. Пора худеть. Да? На холодец мы привезем свежий. Я, конечно, селедку не потащу. Но холодец мы приведем свеженький. Ну, как раз за ночь встанет. Будет хорошо. Я не облизываю. Все, давай это просто. Вот, молодец. Кто-то должен был быть умнее.
Вредничать. Слушайте, дали хоть горячую воду. Ну я не понимаю, что за фигня. Она как по времени отключается. Просто издевается. Просто издевается. Мишусь. Мне, кстати, Мишусь нравится. Прикольный мужик. Теннисный стол должен был притащить. Слушайте, хорошие какие пельмени. Вообще, цезарь прям великолепный. Вот, тащи. Теперь я знаю, где приобретать. Недорого. А то в Спаре, а в Пятёрочке, они там бешеные деньги стоят, 500-600 рублей. А в Смарте они по 200. Да, Вовка? Да? Сегодня смотрела это, курс китайского бата к рублю. Не охренела. Это просто пипец. 2.02. А поднимала до 2.07. Как мы успели съездить-то в Таиланд, а? Вообще... Просто прям успели. А я говорю, у меня чуйка. Чунка у тебя. Вот это. Можно селёдочку. Грызться. А то у меня вчера, после красной икры, болел животик. Я не от красной икры. От чего? От масла. Да не понял. У меня был такой, что я даже без масла когда ела. И круто живот болел. Кстати, вот выпила все таблетки и полегче стало. Может, ферментов каких не хватает? Еще что? Я так думаю. Слушай, классно, Серёга. Обалденно. Какой-то веке побольше рыбки. Все промариновали. Чего смотрелся-то? Все, пока ты смотришь, я селёдку съем. А, кстати, в этот раз прям реально очень классно получилось. Кто варил-то овощи-то, а? Вот кто варил-то овощи. Вот, если бы не Вовка. Так сварил. Такого вкуса не было. Картошка еще тоже вкусная. В этот раз. Вот у ребят брали. Не знаю, что-то сегодня она прям очень вкусная. А вчера как-то не очень заходила. Наверное, ей просто нужно время промариноваться. Вчерашняя селедка намного вкуснее. Поэтому и салатики все 1 января очень хорошо залетают. Потому что они уже промаринованные. Настоявшиеся. А вот этот свежачок не очень вкусный. Плохо залетает. Да? Прям отдушка, сверка залетела прям.
Видишь? Целую миску. Что там происходит? Кого поздравляете? Всех. Ой, какая вкусная сегодня. Вот вчера она почему-то такая вкусная не была. Сейчас что-то ела, ела, ковыряла, ковыряла ее. Хотя, может, всего остального было пол. Еще и прям вкусная. Вся ледочка залетела. Доел? Ну, здесь, давай. Чаечек. Не надо пить его. Не соленый. Мир преддверии 22 года. Новости. До сих пор еще новости снимают. У них выходной когда будет? Завтра? Завтра целый день, наверное, будут всякие фильмы крутить. Там то 5-10. Что за банан на тебе? Ну, смотри, банановый кекс. Банан. Что они уже лежат, уже темненькие. А холодненько лёд, они сейчас темнее. Ты белый? Теперь где еще покажется? 23-го года. А, это который был? Да, это старый. А что сейчас будет? Вот новый. Да. А посередине кто? Путин. Центр вселенной. И черная обложка. По сути, никто не поменялся. Путин, Си Цзиньпинь, Байден. Все те же самые. Только вот другие. Что-то на улице какая-то погода дурацкая. Какая? Там это, очень холодно. Скоро вообще, завтра я вообще смотрю, будет плюс. 1 числа опять плюс 3. Будет. Так это эта грязь. Новогодний, ты будешь теплее одеваться. Нам будет это. Что там, гулянье, да? Всякие. На Новый год. 8 лет прошло. Первый год только отмечать дом. Вместе. По погоде. Что у нас по погоде? Сейчас минус 4. Нет, спасибо, потом обновимся. Так. А, кстати, подарков меньше там. У меня сейчас был. Каких? Пумчик. Меньше подарков? Mm-hmm. Вон, смотри. Это 31-го, минус 2, минус 2, снег идет. Вот. А в воскресенье минус 1, 0 днем. Днем вообще дождь. Вот так вот. А 2 января уже опять минус 1, минус 2, минус 3. Ну-ка сюда. И опять холод. На Новый год вот это плюс. Чтобы все шли и падали. Угу. Чтобы все шли и еще не падали. Еще под этим делом вообще, да. Чтобы не падали. А смотри, 6 января вообще минус 16. Охренеть. 7 минус 20, ёпта мать. Зима пошла. Это что, крещенские морозы? Какие крещенские? Ну, практически. Рождественские. Ну, да. Пипец еще. 23 он даже будет. Крещение 19-го. А-а-а. Ну, февраль тоже, кстати, холодный месяц. Очень холодный месяц. Кушай. Так кушай, что вот. Мой хороший. Мой хороший. Булату шоколаду, да. Я вижу, как Новый год получается. Ну, прикинь, если 31-го все это делать. И оливье, и шубу, и холодец, и мясо горячее. И бутерброды всякие там крутить.
Что, сыпется уже? Это не мое. У тебя. Какого стула? Так от тебя отлетело. Ну сюда. Да. Не надо. Надо. У тебя у стула, значит, теперь. Нам нахрюкало. Что это там у нас? Скорая или что? Скорая. Что там? Я окошко открыла, потому что здесь от этой... От холодца тут. А там пробка. И в ту, и в другую сторону. Пробка? Ты даже не тешишь, насколько такси твоя. Ты... Вот сейчас вот здесь нужно выезжать. Здесь первого, конечно, дороже будет. Чё, блядь? Извините меня. 1872 рубля, они... Это пипец. Может, дома останемся? Как-то дорого выходит этот новый. Слушай, давай мы на общественный транспорт тогда поедем. Я что не знаю, я за такие деньги не поеду. Это 1800 туда и 1800... Блин, 5000. Вов, я вообще в маршрутке потрясусь за такие деньги. Это пипец, блин. Это Сити был. А мы в Москве столько денег тратили. Ой. Нет, слушай, я серьезно, я тебе говорю, я не поеду туда. Сейчас пробки, блин, гляди лучше. 10 баллов. Охренеть вообще. А завтра что, пробок не будет? Завтра все уже готовить будут, к этому времени будет пусто. А как там времени будет пусто? Но цены они 31-го будут ломить и прочее. Нет, мы реально... Цены ломить они будут после 12. Что, нам там везти-то не особо много. Что, вот закидаем тебе в рюкзак, в пакетик и все, и поедем на метрошку, а там на автобусе. Я не поеду за такие деньги, ты что, 1800? 1800, охренели вообще. Я на такси не поеду за такие деньги. Это Новый год, да? Я не настолько богата, блин. Даже снег выпал, а никто не готов был, оказывается. Это сегодня? Настолько мэр пиздеть умеет. Бывает. У нас техники до хера, все готово. Да-да-да. А по факту ни хрена не готово. Погода сейчас то, блин, минус, то, блин, через полчаса плюс. Да-да-да. А чистить никто не хочет. Работать. Не, ну а что нам, смотри. Нам нужно доехать до Горького. У всех уже Новый год. Я поняла. Нам нужно доехать до Горького, сесть на метрошку. От метрошки там уже сесть в автобус, все. Если он будет. Ну, будет. Там особо людей ходить не надо. Мы прямо здесь можем сесть. Не факт. На 57-ю. Его может и не быть. Можем, говорю, здесь сесть на 57-ю, доехать до метро. А уже оттуда на автобусе. Все. Ну, честно, ну, блин, за такие деньги, ну, смотрите. Мы за месяц столько практически не потратим, как вот за эти два дня. Ты что, так предлагаешь? Поэтому, конечно, дома лучше посидеть, если ты не... Лучше никуда не шарахаться. Обычно, для сравнения, мы едем за 300-400. Ну, 500. Бывает. Ну и больше. И тут 1800. Потому что сейчас он... Открой карту. Яндекс. Я верю. И что там будет? Я верю. И там все красное. Вов, да я верю. Вот именно. Даже когда все красное, там цен таких не было. Нет, были. И, походу, новогодний нет. Это уже новогодний, с 25 числа, блин. Уже давным-давно идут. Слушай, ну вчера мы ехали за нормальные деньги. Где? Где? Везде. Угу. Ну, сейчас ближе к вечеру это успокоится. Это те, кто в последнюю это, секунду обкакался и побежал это искать бумажку. Продукты? Да. А таких много. Вон, гляди, около пары там. Ну, короче, завтра очередь. Посмотрим. И все. Все тут же на тарантайке с болтами и ездить по городу, мешаться. Умные-то люди уже все за, блин, купили и ждут, когда готовить. Я тебе еще раз говорю.
Посмотрим, за сколько цена будет. Но за такие деньги я не поеду. А там, знаешь, сэкономить — это все равно, что заработать. Я не хочу за два дня просто так тратить, блин, 4 тысячи. Практически. Две туда, две обратно. Ну, это перебор. Я уж лучше подольше, но на общественном транспорте. Потому что она... А если мы там... Если мы сядем на метро, заплатим там 30 рублей, так мы за эти 30 рублей можем еще успеть на автобус сесть. А даже если что, хотя бы оттуда взять такси уже будет дешевле, чем у нас через город. Потому что пробки показывают только в центре. А там, как проедешь, пробок вообще нету. Так что вот. Вот такие вот дела. Ладно. Всем всего хорошего. Надеюсь, у нас все получилось. Любим всех, целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всех с Новым годом, с наступающим. И мы говорим с наступающим, а вас уже с Новым годом. Всем всего хорошего. Увидимся в следующих выпусках. Пока.